Ну что, пошлите искать выход в наш бункер, да? Найдите обратно дорогу в бункер. Хорошо. Так, где тут телефона? Вот где телефона. Алло? Слышишь меня, солдат? Слава богу. И все? Ты вернулся. А где ты был? Ты слышал крики? Враг снова прорвался в наши траншеи. Крики в командном бункере. Теперь все зависит от нас. Больше никого не осталось. Окей. Хорошо. Давай смотреть, ладно. Побежали. Только можно без монстров уже, пожалуйста. Реально. Реально уже достали эти монстры. Командный бункер. И где он находится? Если бы мне кто-то сказал бы. Так, жетончик. Ну, по-моему, мы все жетончики с вами не соберем. Если не ошибаюсь, да? Ладно, да, даже и не буду их пробовать собирать. Все, побежали. Нам, по-моему, сюда надо. Так, хорошо, остановилась. Теперь вот это вот. Все, и до побачення. Побежали, побежали. Так, ага. Уборные. А нам не надо ли сюда? Или надо? Честно, я без понятия, где этот бункер находится. И как мне к нему пройти? Хорошо, давай обрежем. Давай обрежем и пройдем. Так, что-то кажется, бак полон дизельного топлива. Осталось найти канистру. Ага, мне еще канистру надо сейчас искать, да? Наверное, по-любому для чего-то она нам пригодится. Ладно. Давай попробуем найти канистру. Давай попробуем найти канистру. Так. Только не ври, что мы потом на этой тачке уедем и все закончится. Во, канистра. Отлично. А это что у нас тут такое? Угу. Окей, давай заполним. Так, баки пусто. Пусто не густо, да? Так, отлично. Ты залил бак дизельным топливом. Хорошо. Наверное, это нам пригодится. Давай попробуем подойти к машине. И где у нее бак? Где находится бак в этой тачке? Понятно, без понятия. Где этот бак находится? Где этот бункер? Как мне его найти? Не знаю, может, нам и не надо было сюда сначала идти. Может, потом, типа, будет миссия, чтобы найти канистру или не. Ага. Вот она чё. Всё, генератор запущен. Ой, что это было? Испугал меня. Так, что-то я с вами сделал. Ой, давай птичке поможем. Чпонькс. Всё. Лети. Ты свободен. Нет. Надо сначала ту, которая не крутится. Нет. Сейчас, секунду. Секунду. Ой. Как же повезло, что я в этот момент не смотрел на экран.
Блин, сейчас надо будет убегать, да, от нее? Нельзя было это быстрее как-то сделать. Давай, во. Все, хорошо. Хорошо, отлично. Все, мы же правильно идем. Надеюсь, да. Все, спрыгнуть. Хорошо, что мы сразу канистру с вами взяли. А представьте, нам пришлось бы возвращаться. Можно немножечко быстрее, пожалуйста, спускаться. Все, немножечко быстрее и... Ага. Кто здесь? Так. Опять кто-то, да? Тихо. Тихонечко. Вообще, даже не громко. Так, мы сюда пришли с вами зачем? Типа, чтобы что? Я вообще ничего не вижу. О-о-о, да-да-да. Я понял. Да-да-да, ты злой и страшный бабайка. Надеюсь, это тело, которое боится света. Мы с вами спокойно сможем добраться туда, куда нам нужно. Даже реально мне хочется уже закончить эту игру. Так, налево, направо. Направо, налево. Так, ага. Да, походу это эти, которые света боятся. Да, бонжур. О-о-о-о. Да, по-любому. Я тоже так думаю, если честно. Не поверишь. Так, бежим. Да я с вами даже не спорю, ребят. Чего вы ко мне пристали? Я даже не хочу с вами спорить. Все, пролазь. Давай. Нет, пожалуйста, он сзади же идет. Он же сзади идет, алло. Так, что это такое? Это жетончик. Хорошо, пошли. Пошли отсюда, ва. Отсюда, ва, пошли. Куда-то пойти. Кто ты? Ой, гребаный жетончик. Так, и куда нам дальше? Ага, опять жетончик. Так, дай посмотреть. Мы с Казиком больше не можем терпеть эти убогие мерзкие пайки. Хорошо, я понял. Можем терпеть, а мы походу пришли не туда, куда нам надо, да? Эх, блин. Так, что-то обрушилось. И мы сюда пройти не можем. Ну и тогда зачем я сюда и шел? Типа, чтобы что? Ладно, пошли обратно. Пошли обратно.
Давай смотреть. Где тут вход, либо выход. Или я это и обратно иду. Да, я это обратно выхожу. Может мне назад вернуться? И тут есть... Тут тоже что-то есть. А тут тупик, да? Тут, походу, тупик, я так понимаю. Ой-ё, а я и застрял. Алло, игра. Игра, я застрял. Какие ж стрёмные звуки. Тут точно ничего нету? Да, вроде тупик. И здесь тоже тупик. Хорошо, хорошо. Что нам нужно? Так, приблизить через старую шахту. Окей. Так, давай смотреть. Давай смотреть. Ты ж тут один, правильно я понимаю? Нет, нет, отстань. Ну не бей ты меня. Так, ну здесь мы с вами были. А здесь у нас... Здесь у нас тупик. Пробежи, пробеги, пробеги. Может я тут что-то упускаю? Может, реально тут что-то упускаю? Может, тут что-то есть? Но я не вижу из-за этого газа. Понимаете, что мне сейчас обратно возвращаться надо будет? Они меня уже больше бесят, чем... Ага, вот оно чё. Вот оно чё. Так, и вниз есть, и... Ой, блин, падла, это бункер, надеюсь, восток. Или это не бункер? Так, не. Не сюда. Сюда, да? Так, давай смотреть. Юг. Восток. Ага, эта дверь не должна открываться. Это опять очередной баг игры. Так, здесь у нас с вами очередные записки. Нет, это мне не надо. Так. Я воль. Было у нас больше таких, как он. Абсолютно. Абсолютно. Так. Идеальное. Да, идеальный идеал. Вы можете на меня рассчитывать. Так, блин, ну здесь мы уже были. Здесь мы уже лутали. Здесь мы уже лутали. Не-не-не, давай только без музыки. Хорошо, давай смотреть. Давай смотреть. Ну, делай, Кузь. Так, Кузь, всего то, что они отобрали у нас табак и пиво. Согласен, согласен. Так, что тут написано несколько дней назад? Щенок отдал приказ жестко урезать наши пайки. Только не врите, что я с монстрами ключик упустил. Мне нужно сейчас будет возвращаться. Так, ну эта дверь реально не должна открываться. Это был баг. А здесь у нас... Это мы возвращаемся к бабайкам. Здесь мы были.
Алло, ну как мне вернуться в бункер? Привет. Алло. Кто это стоит? Ля, оно стоит и не хочет нас пускать. Так, запад, путь героя. Это тоже заглючило, да. Нам сюда не пройти. Тут меня хотят. Проберитесь через шахту, старую шахту. Но я пробрался. Мне нужен ключик. Ну ты что, меня не видишь? Алло. Ну впусти меня. Наконец-то. Я знал, что на тебя можно положиться. Ты оставил этого... Что-то там кого-то. Производство оружия снова налажено. Больно, солдат. Твоя надежность и целеустремленность заслуживает похвалы. Мне наконец-то удалось связаться с верховным командованием. Однако, боюсь, у меня плохие новости. Мы здесь сами по себе. Дома дезертиры предали, пытаясь ударить нас ножом в спину. Они хотят заставить верховную команду сдаться. Трусы. Они понятия не имеют, каково нам здесь на фронте. Они превосходят нас численностью, да? Может, из-за них в траншеях полются эти уродища. Они хотят нас остановить. Жесть. Это новый враг, теперь он может летать. Атакует сверху. Он ненавидит свет. Я ослепляю его прожекторами. Но от его крика все закоротило. Предохранительные провода, все сгорело. Понятно, надо будет сейчас восстанавливать провода, да? Надо будет, наверное, восстанавливать все провода. Дверь заперта с другой стороны. Что? Этот враг не знает пощады. Он не останавливается у наших границ. Если мы сложим оружие, он уничтожит все отечество. Так, открывай. Они на нас рассчитывают. В моем самолете есть кое-какое оборудование, предохранители и прочее. Это нищая земля. Смирно, солдат. Ты должен пробраться к разбитому самолету на западе, добыть снаряжение, предохранитель для прожектора. Тогда мы ослепим это чудовище. Я прикрою тебя отсюда. Я вижу уже намного лучше и смогу за тобой присмотреть. И тогда, мы станем огнем очищения. Мы сотрем врага с лица земли и получим право вернуться домой. Без промедления, без сомнений. За свободу отечества. Свободен, солдат. Слышь, а ты не хочешь сам сходить туда, не? У тебя нет такого желания самому туда сходить? И как минимум дать мне оружие. Я не хочу идти наверх. Честно. Что это такое? Ага, ключик. Так, путь героя. Не хочу я туда идти. Тут-ро-то-то-то-то. Так. Что у нас тут есть? А здесь у нас ничего нету. Очередная записка. Ладно, идемте. Сейчас будем бегать от летающего чудовища. Чтобы забрать предохранители. Но надеюсь, он нас прикроет. Так, пошли. Тут будем аккуратно. Потому что помимо летающей бабайки есть же еще ползащие, да, всякие. Я, конечно, наверное, пробежал бы это все.
наверное, давайте так и сделаем. Так, иди теперь мне искать этот самолет справа, слева. И тут вход-выход есть, да? Здесь мы можем проволоку порезать? Нет, не можем. Ладно. Хорошо, побежали. Надеюсь, это недалеко. Честно, я уже устал бегать. Туда-сюда. Так, полезли. Отлично. Где самолет? А вот и самолет. А вот и самолет. Так, где предохранители? Где предохранители? Вот они, да? Раз. Но. Два. Наверное, я сейчас я только возьму, и за мной побежит монстр. Пожалуйста, положи их сразу в карбат, я тебя прошу. Давай никак с этими... с медикаментами. Бонжур. Жесть. Это тупо грифон с этого, как его, с Человека-паука, да? Ой. Иша? Это он нас так прикрывает, да? Арит, я тебя прикрываю. Жесть. Вставай, солдат. Давай же, брось мне предохранитель. Лови. Та ты шо, наконец-то нам дали пострелять, да? За ним убей эту адскую тварь. Я почему прожектор и покончим с этим. И не ври, что устал. Гоу, гоу, гоу. Так, побежали. Побежали, побежали. Ну, я сказал, побежали. Алло, Вера. Я выйти могу сюда? Либо не могу. Алло, отпусти меня. Куда она полетела? Куда эта штука полетела? И почему я не могу выйти сюда? Я застреваю. Во. Ага, а нам сюда и не надо, да? А как фонарик? Я могу убрать оружие? Нет, оружие я убрать не могу. Оружие я убрать не могу. А сюда и подняться? Тоже, да? То есть мне на мостик нужно. На мостик нам сюда. Да ты шо? Это я смартфон отвечаю. Все, бегим. Бегим, бегим, бегим. А, все. Теперь могу брать оружие. Как достать? По-моему, на эрочку, да. Надо на эрочку достать. Ну и долго мне за ним бежать. О. Отлично. То есть мне сейчас крутить надо будет, да, эту штуку, или нет? Сигнал Бэтмена. Так. И где этот монстр? Монстр. Это я. Ничего не понимаю, что происходит, но надеюсь, я правильно делаю все. Так, ну. Ой. Что делать? Стреляй. Прям в жбан ему. Мы спаслись. Боль. Реально. Это не игра, это просто боль.
Так, отлично, отлично, идем. Дай посмотреть задачи. Найти и выключи большие прожекторов. А, найти и включи, понял. Нужно будет сейчас найти прожектор и больше их включить. Окей. Так, прием. Прием. Где же ты, солдат? Ты словно исчез из лица земли. Это чудовище. Берегись врага. Будь начеку. И сделай то, что должен. Смелость тебе не занимать, солдат. Сделай, что нужно, и станешь пилотом. Да не хочу я пилотом, я хочу закончить игру. Можешь меня не прививать? Настоящим героем. Только мы можем остановить чертовскую войну. Их. Только ты. Верховная команда тоже знает это. Иначе тебя бы здесь не было бы. Ты меня слышишь? Да слышу, слышу, прием. Будь начеку. Помни. Все зависит от тебя. Только ты нас можешь отсюда вытащить. Все, ребят, сори, я больше читать не буду. Побежали дальше. Вот это вот ты меня слышишь, не слышишь? Слышу, слышу. Ага, и мне звук начинает пропадать. Либо у меня в улах. Так, осторожнее с голубями. Чтобы спугнуть их, используй фонарик. Так, каких голубей, где они находятся? Так, хорошо, давай. Все, присесть, пройти. Вообще, голуби на нас нападают, понимаешь? Так, ну. Чпоник. Я не хочу, чтобы он уходил. Я должен. Ради нашей свободы. Почему ты не шел на войну первым? Потому что это был он. Так, мы это сделали, да? И что дальше? Куда? Кудой? Ага, вот сюда. Аккуратно, тут где-то голуби должны быть. Где-то должны быть голуби. Где свои кокули поставляли. Так, спрыгнуть. Идемте дальше. Автосохранение вижу, да? Нам на... наверх явно. Ай! Больно. Больно, больно. Блин, ну игра, ну реально, ну мы ж победили уже монстра. Чё ты от меня хочешь? Вот ты... вот это вечно что-то я должен вот это вот делать. Все, давай, до свидания. А точнее, до побачення. О, ля. Няма-няма. И куда дальше? Ага, вижу, куда. Вижу, вижу. Давайте не спеша будем идти. Или спеша? Как думаете? Так, где тут? Не-не-не, сейчас запутается. Ну, отпусти все. Умничка. Сначала вот этот. Хорошо. А чего ты ждал? Думаешь, ранг это самое главное? Они должны проявлять уважение. Наконец-то все увидят, чего ты стоишь. Теперь ты лейтенант, и под твоим командованием целая рота на Западном фронте.
Они над тобой насмехались. А над ним нет. Почему? Потому что я Бэтмен. Вот почему. Это вот почему они над нами не насмехались. Никто не насмехается над Бэтменом. Все, уходи. Так, пошли. Еще чуть-чуть, еще немножко. Ага, опять наверх. Стой, не упади, пожалуйста, сейчас я знаю. Сейчас мэкнусь и буду все заново проходить. Так, идем. Где тут вот это вот? Это не мой сын. Слышишь меня? Это не он. Что здесь происходит? Так, неужели мать была права, и пока тебя не было, в твоем доме поселился кукушонок? Кукушка кукушонку купила капюшон. Хорошо, пошли дальше. Все? Да. Еще, наверное, пару лампочек, да? И мы закончим. Или это будет финальная сейчас? Ага. Нужно успеть пройти, да? Понял. Говорится, зачем... Зачем все не усложнять в конце, да? Если можно усложнить. Но? Ты издеваешься? Понял, а с той стороны ты не мог, да, подвинуть? Вот чисто принципиально говорил, вот не буду и все. Ты, говорится, усрись. Уи! Наконец-то. Так, ты не мой сын. Я хочу, чтобы мне вернули сына. Так, чем бы ни было это создание на чердаке, оно должно страдать. Но что если? Ну что если что? Нет. Нет, нет, нет. Они не верят, что это он. А как насчет тебя? Ты же их сын. Ой, сколько можно, алло. Может, хватит уже. Да ё-моё, тут еще присесть надо. Так. Что тут, голубей нигде нету? Вроде бы нет, да? Ага, стой. Противогаз, ну да, как же тут без противогаза, ребят. Без него ж никак не обойтись, да? Ну все, все, все. Прекращай. Так, аккуратно. Хорошо, мы прошли. Потому что этот голубь нас сейчас бы скинул бы по-любому. Так, колючая проволока. Где оно не ездит? Вот оно не ездит. Так, раз, два... И давай три. Все, шикарно. Идемте дальше. Пусть это будет уже финал. Так. Ну,
Ага. И шо? А ты? Так. Погоди, что нам мешает? А, нам ничего не мешает, нам. Нужно было просто в эту сторону его отодвинуть, да? Так, бежим, 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 бежим. Дон достала библиотека. Надеюсь, мы сейчас не будем с самого начала начинать. Потому что я реально удалю эту игру и... Ой, я забуду про нее как про страшный сон. О, хорошо, что нет, что мы тут рядышком. Так, ну. Хорошо, давай не будем спешить. Побежали, побежали, побежали. Ура! Прикинь, надо было начинать с самого начала. Здесь не, нету сохранения. Это было прикольно. Так, монстры. Хорошо. Так, где тут, где ты не крутишься? Вот они, где не крутишься. Так, раз. Что они с тобой сделали? Нет, это не может быть он. Ты же его бросил. Давай, показывай мне дорогу куда. Не может быть, чтобы это он был он, да, по-моему? Но что если это все-таки он? Да он, это не он, какая разница? Просто отстаньте от меня. Все, можно было и не разрезать. Зря только время тратили. Интересно, это в нашей больной фантазии это все, или это реально построили? Так, во. Финальная, да? А, где тут оно не крутится? Вот оно не крутится. Мой сын погиб. Он мертв. Помогите. Почему ты его не послушал? Так, он бы не выжил. Ты только взглянул на него, обматанного всей этой колючей проволокой, и сбежал. Он не мог вернуться. Не может. А, может, он упал, но так и не коснулся земли. Может, это типа мы своего брата не спасли? Он тебя видел? Так, кто? Где? Кто, где, куда? Куда идти? Может, реально это мы брата не спасли? Ну и куда тут идти? Алло. Неужели вниз? Правильно? Блин, я так спрашиваю, как будто вы мне ответите, да? Ладно, давай попробуем забраться. Ну, давай, 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 давай. Не останавливайся. Не останавливайся, хорошо. Так, ну тут тупик. Тупик, тупик, тупик. Что ты дальше предлагаешь, куда? Алло, игра. Кукушка кукушонку купила, капюшон. Ну и куда и мне? Может, реально вниз? О. Ладно.
Побежали. Так, кашляет, хорошо. Ой, ё-моё. Тихо. Тихонечко. Так мы ж вроде... Будьте осторожнее. Голуби пролетают, ага. И куда не надо? Перед голубей. Алло, отпусти меня, игра. Или мне в ту сторону нужно бежать? Что здесь происходит? Куда мне надо? Алло, пожалуйста, помогите мне, спасите. Так, или мне нужно в противоположную сторону от голубей? Нужно успеть пробежать. Ой, тихо-тихо-тихо, не то. Не то, не то, вот это вот. Поник, чпоникс. И... Все, отлично. Значит, мы правильно идем. Блин, мог бы и спрыгнуть бы. Ага, автосохранение пошло. Хорошо. Хорошо, отлично. Можно финал игры? Либо нельзя. Если это он, прикончи его. Always. Братья. Мои мальчики. Мои сыновья. Он простит тебя, если дашь ему свободу. Все? Меня простили? Тихо, только не упади. Только не упади, только не рыши мне вниз. Так, куда мне надо? Мои сыновья, мои мальчики, алло. Ладно, давай смотреть. Но по логике вещей, значит, на сюда. Ну да, сюда. Примерно куда-то вот сюда. Ладно, ладно. А темно прям как у... Во. Так, хорошо. Блин, ну это единственный вход или выход, да? Или нет? Или это не так? Ладно, пошли сюда. Мне кажется, что мы по кругу идем, да? Так. Что тут у нас? Ага. Так, может в эту сторону теперь? Так, будьте осторожны. Да не, явно не сюда. Чпоник, 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 чпоник. Так, мы спрыгнуть можем? Можем, хорошо.
Блин, игра, если ты мне не дашь подсказку, я реально сейчас с тобой закончу. Думаешь, мне слабо? Можешь вниз прыгнуть? Хотя навряд ли, не, навряд ли. Это как-то тупо будет. Что я упускаю? Что от меня хотят? Это что от меня хотят? Так, сюда мы поднимали, сюда мы... Может, как-то сюда? А, нет, отсюда же мы пришли, правильно? Правильно. Да. Прыгнем. Да ты шо, ля? Серьезно? У нас ключика нету. То есть зря я прыгнул, да? Нам надо было сюда. Но не сейчас, да? Так, боль рождается из ночи и темноты. Обретает боль. Боль плоти зараненную бессмертной мы жмем в вечных муках. Хорошо. Во. Я думал уже рестарт делать. Игра все больше и больше меня запутывает. Это бесит. Куда? Направо, налево, прямо. Понял? Понял, понял, понял. Так, здесь у нас, ага, тупик. А здесь опять голуби. Значит, нам нужно как-то... Вот тут куда? Сюда? Так, здесь что-то есть, хорошо. Давай обрежем. Раз. Два. И поднять. Все, шикарно. Очередной маятник. Все, прошли. Мы с вами умнички. Так. Алло, алло. Так, ты почти в цели. Тихо. Ты почти в цели. Я знаю, ты справишься. Загони выродка в ловушку. Нельзя терять ни минуты. За отечество, солдат. Хорошо. Так раз. Да. Ну. Опустить. Ага. Мы наверх можем подняться, да? А здесь у нас еще что-то есть с вами. А здесь еще что-то у нас с вами есть. А что это у нас? Прыгнуть вниз куда-то. Ну, надеюсь, нам наверх. Ой, еще медленнее можно было. Прям, чтобы максимально. Так, полезли. Угу. Ну вот она чё. Твои действия в этой зоне будут иметь последствия, как вы меня достали с этими последствиями.
Да давай, открывай уже. Ой. Кукушонок, да? Угу, и что делать? И что мне делать? Жесть. Ку-ку. Моя ж ты зайка, ля какая красивая. Так, он у нас забрал фонарик. Прикинь, он у нас фонарик забрал. Теперь мы не можем, да? А не, не забрал, да. А что он туда забрал? Так, освободи это чудовище от страданий. Таким образом. Так, запереть его в клетке, да? Так, повернись, пожалуйста. Ну? Запереть его в клетке, хорошо. О! А ты можешь от меня отстать, пожалуйста? Я помочь тебе хочу. Наверное. Наверное. Конечно, не уверен, но... По идее, хочу. Так. Все. Ах ты, падла. Еще дальше? Дальше от нас требуется. Мы же вроде все подняли, да? Или мне наоборот нужно запереть его? О, падла. Или наоборот нужно его запереть? Или отпереть, или шо? То. А ты? Так, вниз. Нет, 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 не на меня. Так, полностью вниз. И давай здесь сделаем полностью вниз. Как же ты меня бесишь. Понюришь, что я откиснешь сейчас. Игра, алло, что ты от меня хочешь? Йо, а как ты? Ты ж тут же свет везде есть. Теперь я шо? Прием, солдат. Что ты хочешь? Теперь надо... Прием. Нет, солдат. Что ты делаешь? Я без понятия. А что нужно делать? Скажи, что нужно делать, я буду делать. Говорится, скажи, что мне нужно делать, я буду делать, серьезно, честно. Обещаю. Где кто, шо, кого? Мы все три штуки подняли? Или нам не надо их поднимать? Так, раз, два. Нам нужно было их поднимать, либо не нужно было.
стопе, 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 стопе. Ага, все, да? Это конечное. Понятно, все. Победил, проверяю. Я не знаю, что делать нужно. Честно, без понятия, что тут нужно делать. А, хорошо. Давай смотреть. Либо вниз нужно. Либо вниз нужно. Вырви ему. Что-то ему вырвать надо. Загони в клетку. Каким образом? Каким образом загнать его в клетку? В какую клетку? Клетку его загнать. Может, нужно вот так стоять, типа, чтобы он попал сюда, когда будет на нас нападать. Ну? Ты будешь на нас нападать? Может, чтобы он в колючую проволоку врезался? Ну? Пригнись. Не, это так не работает, да? Блин, я уже не помню, перед этим оно поднято было, эта штука, либо не поднято. Ладно. Вот меня хотят, скажи, пожалуйста. Застав выродка страдателей. Помоги ему освободиться. Каким образом? Каким образом это сделать? Так, пригнулась. Пригнулись, пригнулись, пригнулись. Честно, я без понятия, что нужно делать. Может, вот так нужно? Что ты от меня хочешь, скажи, пожалуйста? Скажи, что ты хочешь, я тебе сделаю это, только отстань от меня. Пригнись. Так, опустили. Я не знаю, я просто бегаю, чтобы бегать, все. Да отстань ты от меня. Ну до этого же было что-то произошло ж. До этого что-то ж было произошло. А шо? Произошло, я так и не понял. И тоже, вроде он света боится. Тут свет везде. А? Ой, бред какой. Ничего не вижу. Ладно. Я не успеваю уже. А я переиграть это могу? Я могу это переиграть. Так, вернуться в главное меню, зарыть последнюю контрольную точку. Да, я просто хочу посмотреть, на каком уровне были эти шипы, которые нам нужно было освобождать. Так. Освободи это чудовище от страданий. Ага. Окей.
Запри его в клетке, брось за решетку. Вырву ему перья. Загони в клетку. В какую же клетку? Какую клетку? Алло. Что ты хочешь? Может, надо ждать, пока месяц он будет на нас лететь. Я не знаю. Это, наверное, навряд ли, да? Ну да, он сзади ж летит. Блин, мне бы не помешала помощь, ребят. Отстань, 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 отстань. То есть мне реально не помешала помощь. На. Дай. Ты от меня хочешь? Скажи мне, пожалуйста. Так, может, прожектор показывает, куда он летит? Или нет? Да. Прожектор показывает, куда он летит. Но ты нападать будешь? Ладно, ладно. Рыцарь Миша, давай по новой. Ладно, давай пробуем еще раз. Свои действия будут иметь последствия. Да, я понял. Так, опустить. Давай пробовать. Он должен либо в сетку врезаться, либо... Либо куда он должен врезаться? Куда-то он должен врезаться, да? Так, главное следить за фонарем. Окей, окейушки. О! Но! Ты не хочешь никуда врезаться? Ну давай. Чё за бред? Чё за бред? Куда ты должен врезаться? Так, давай, опускай. Опускай, опускай. Но если он не хочет в сетки врезаться, может, он захочет... Стол врезаться, не? Тоже не хочешь? Хорошо. Ты где? Давай. А ну, а если вот так? Не, ты облетаешь. Почему? Почему? Что с тобой не так? Либо что со мной не так? Ну? Ну давай, ну ты чего, алло? Хорошо, давай тебя на серединку. А тебя полностью наверх поднимем. Или не поднимем? Блин, ну должно же это произойти, правильно? Не может же быть такого, что вообще ничего не должно произойти. О! Но!
А если просто стоять? Ну, типа впритык. Не, тоже не хочет. А что тогда от меня ты хочешь? Приса, что тебе нужно? Что тебе от меня нужно? Блин, тупая миссия. Которую ни хера пройти не могу. А как ты пролетел? Как ты пролетел, падла? Ладно, бегим. Где ты? Может, он должен пару раз нам кусь сделать, я не знаю. Или что он нам должен сделать? Что ты от нас хочешь? Ладно, давай в упор станем. Давай станем в упор. Что ты от меня хочешь? Если игра, что ты от меня хочешь? Блин, ну это бред какой-то. Это реально бред. Может, тут надо перерезать что-то, либо шо, или кто? Кто кого? Кто кого? Так. Шо? Самое интересное, что даже поднимаю, не поднимаю. Эти штуки все равно бессмысленно, да? Тут нумеровки нету. Да, тихо. Ага. Понял. Так, давай второй раз. Прием, солдат. Прием. Нет, солдат. Что ты делаешь? Я без понятия, если честно. Что я делаю? Бонжур? Не? Не хочешь? То есть ты должен в меня врезаться, да, наверное, по прямой лететь? И по прямой как-то врезаться. Только где ты? Ага, тихо. Так, почти получилось. Мне нужно, чтобы он прямиком, наверное, в меня летел. Так, где ты? Понял. То есть мне надо, чтобы он отсюда вылетел. И прям в эту деревяшку. Только с какой-то стороны будешь. Алло. Во. Хорошо. Все, сломал. Чпуньк.
Я так понял, это был дух брата, которого мы оставили в начале сетки, да? А теперь он освободился, ну, насколько я понял. Насколько я понял, это так и есть, да? Надеюсь, это уже финал. Так, до сюда. На секунду тебе показалось, будто в сияющем стекле ты увидел себя. Угу. Блин, надо будет пройти эту игру и сделать перерыв прохождения всяких игр немножко. Потому что что-то реально подутомило меня эта игруля. Я уже заикаюсь. Так, где мы? Давай смотреть, это не твоя вина. А чья? Куда идти? Обратно в дверь? Так, можно пробежать, нет? Походу нельзя. Только не вришь это тупик. Ага, и вон дверка, и там что-то. Ладно, идем посмотрим. Идем смотреть. Ну да, наверное, я правильно понял, что в начале игры мы бросили, наверное, брата. Так, привет. Так, умереть за отечество — твой долг. Так, разложение — ты опустился восточным ветром. Обещание дома, обещание смерти. Там где-то пируешь, нет ничего живого. Надеюсь, это не он отца мэкнул мне. Ну, то есть не наш главный герой. Так как я понял, что над нами проводились какие-то опыты. Ну, вы сами видели. Так, все. Выходим. Так, если пойду к долине смертной тени, не боюсь зла, потому что ты со мной. Киюшки. Мне хотелось умереть за то, что как я поступила с твоим братом. Пресвятая Дева Мария, я тебя вернула домой. Теперь я хочу жить ради вас обоих. Ты так и ничего не понял, да? Нельзя победить наполовину. Это невозможно для нас. Прикольно, мы в психушке, да? Так. Всегда о тебе заботился. А ты кто? Так, медаль и лишний жетон. Поздравляю, вы снова можете отправиться на войну. Ага. Значит, все-таки мы оказались в дурдоме, да? Это нам все казалось.
Прикольненько. И что дальше? Алло, Ира? Что мне делать? Типа это финал игры? Все? Мы в дурке. И что? Может, я что-то не понимаю? Алло, игра. Так, время посещений. Да ты шо, ля какая? Понятненько. Мы с вами шизофреники. Теперь ясно. Так, человеческое достоинство неприкосновенно. В Первой мировой войне погибло 20 миллионов человек. Бесконечные страдания военных лет оставили отпечаток на многих народах. Война разрушила семьи, и тех, кто столкнулся с ней, получили физические и психологические увечья. Ага, ага. Ну, теперь понятно, откуда были эти монстры и откуда это было все. Я так понял, что он вернулся и не смог выдержать этого всего, и у него поехал кука, и он попал в дурдом из-за этого. Ясненько. Ладно, давай пропустим титры. Посмотрим, есть ли еще что-то. Либо нету. Не, нету. На этом финал игры. Тупо, конечно, как-то закончилось, но в принципе, как говорится, я доволен. Так что все. Всем спасибо, как говорится, кто досмотрел до этого момента. Если ты уже досмотрел, то поставь лайкосик и не забудь подписаться, если еще этого не сделал. Все, ребят, я отдыхать и, не знаю, может через недельку-две еще какую-то игру выпущу. Так что все. Всем пока-пока.